Друзья, я очень удивлен. Мне капиталист от своей щедрости прикупил, не знаю за сколько копеек, но очень маленький, на 120 круг, смотрите, для заточки маленьких сверлышек. Но я его проверил чуть-чуть. На нем можно затачивать только иголки, которые Кощей Бессмертный хранит в своих яйцах. Ну и так, друзья, вот он врубается вон в ту розеточку. Видите, у меня тут центр точильно, кипятильный центр. И огнетушитель, вдруг загорится вихрь или моя кофеварка. Я этим порошковым можно тушить электричество под напряжением. Поняли? Это раньше были жидкостные пенотушительные. Теми нельзя было электричество тушить. А этими можно, УП. И лучше, конечно, углекислотным, друзья. Что это я о пожарной безопасности начал? Вы не знаете? И я не знаю. Я вот вам похвастался своим наждачком. Теперь он у меня стоит рядом с пивасиком. Смотрите. Пивасик, а это маленький тоже пивасик. Но мне больше в голову не приходят имена другие. Ну ладно, посмотрите, как он работает, друзья. Нажимаю вот эту кнопочку. Бац! И он начинает медленно крутиться. Видите, рявкнул немножко и пошел равномерно. Вчера я его на эту тумбочку просверлил вот 4 дырочки, возможно, отверстия, я не помню. Вот, прострелил, представляете, друзья, и закрепил его. Теперь нажимаю на эту кнопочку, и он молча перестает работать. Ну, очень хороший наждачок, но для иголок. Надеюсь, вы со мной согласитесь. Спасибо за внимание. Я перед вами похвастался, на душе легче стало. Давайте я еще похвастаюсь, какая становится у меня мастерская. Вот это, я говорил, точильно-кипятильный центр. Это станочный. Это склад, блин, разного инструмента. Это сверлильный цех. Это фрезерный цех. Это слесарный цех. Друзья, а это, вот это богадельня называется рест-рум, моя комната. Вот смотрите, время без 5:12, друзья. Я собираюсь перекусить во славу Отечества.